Так, соображай, что теперь делать? Неподалеку есть военный научный центр. В нем должны были сохраниться черные ящики с записью сейсмической активности. Да, отличная идея, Элнайн. Я могу попробовать закинуть их в прошлое, предупредить людей. Спасибо, Элнайн. Что бы я без тебя делал? Скорее всего, умерли бы. Но ничего, мы в одной лодке. Маршрут построен. Кратчайший путь через оранжерею. Все, все понятно. Надо найти черные ящики, я так предполагаю. Иронично. Человек пытался прибрать к рукам флору и фауну. В итоге на Земле осталось все, кроме самого человека. Если бы не этот шторм, каким бы все было? А может, в масштабах Вселенной человек и был губительным штормом? А теперь все именно так, как должно быть? Какой тогда вообще в этом смысл? Самый ужасающий факт о Вселенной не в том, что она враждебна, а в том, что она безразлична, и все, о чем вы говорите, не имеет никакого смысла. Что было, то было. Нужно научиться принимать это и даже любить. И только тогда жизнь обретет смысл. Ну да, наверное, ты права. Так я не войду, понятно? О, отлично! Вы привезли навоз. Наложите его у входа. Что? Нет, я просто хотел... Мне некогда спорить. У меня куча дел. Действительно триумф природы. О, что-то светится. Зелененькое. Это нам, наверное, надо будет, да? Возьмем на всякий случай. Так, куда он идет? С лейкой. Ну, поскольку это здесь все заросшее, скорее всего, что-то он плевать будет. Эх, нихера, там цветок, он меня не съест, а ты меня не сожрешь. Вот так тогда надо. О, а это мой любимчик. Я назвал его Карл. Специально для таких, как вы. Его научное название вам все равно ничего не скажет. Я для него изобрел особую формулу. Он ее просто обожает. Ну ладно, вам незачем это знать. Это тот самый его малыш. Да, и он обнимает своего создателя. Как мило. Грустно, но мило. Я думал, кажется, у него там ключ от выхода. Да, вон он. Как бы его спустить вниз? Доктор. Может принести ему его любимый коктейль. А где док? Да, это может сработать. О. Что он делает? А зеленая вот эта коробочка там наверху как раз, вон у меня в руке она. Типа он что,
вот это все накидал и идет поливать цветок свой. А как мне его спустить? Вот так, малыш, попей. Ты вырастешь большим и сильным. Все понятно. На, будешь? Нет? Надо доктор спустить. Кажется, я понял как. Так, ага, вон. Вот из этого он добавил. Там зелененького добавил. И вот этого добавил. Типа палить, ой, палить надо. Вот так, Карл, пей. Все, ключ у меня, юху!